Ну что ж, ребят, всем парного молока. Всех приветствую на моем канале. Кто знает меня, кто не знает, звать меня Молочник Милкман. Сегодня хочу пройти вместе с вами сюжетную кампанию игры Battlefield 1. Затем, возможно, пройдем Battlefield 5. Мы с друзьями очень много играем в эту игру, но в основном мы играем в онлайн режим. Нам очень заходит эта игра. И мне очень интересно это прохождение сюжетной линии. Давайте попробуем, начнем вместе с вами. Не знаю, впервые в жизни записываю ролик. Ну, произвожу запись. Там, сильно палками не кидайтесь, не пинайтесь. Как есть, так есть. Где-то подскажите, где-то наругайте, что неправильно сделал. Ну и давайте, наверное, начнем. Первое. Сквозь грязь и кровь британский танк МК-5, бронированный гигант, созданный с единственной целью — сокрушать вражеские рубежи. Ну, давайте. Мой дед сражался в гражданской войне. Перед моим отъездом он рассказал мне, чего стоит остаться в живых. Но к тому, что я увидел, меня ничто не могло подготовить. Новые военные машины, те же танки, могли в одночасье поменять исход битвы. К счастью, они в основном были на нашей стороне. В основном. Ребят, я буду молчать, когда вот будут такие голосовые вставки производиться. Будем вместе слушать. Ну, думаю, сложно не пойдем. Пойдем, наверное, средне для начала. Всегда можно будет поменять. Изо всех сил прорвите вражеские рубежи в танке М5 по прозвищу «Черный бес». Ну что, погнали. Повоюем, так сказать. Ребекро, Франция, осень, 1918 год. Война идет уже давно. Близится зима. Немцы укрепляют свои рубежи и предлагают врагам опробовать их на прочность. Волны пехоты разбиваются о немецкий бетон, и солдаты гибнут. Карты не меняются. Тяжелый вооруженный, хорошо защищенный бронированный танк МК-5. Что-то там. 17 октября британские войска готовят массовый штурм города Кэмбере. Командование союзников верит, что поддержка танков обеспечит им победу. Но у танков Марк 5 есть один существенный что-то там. Ребята, к сожалению, я читаю очень медленно и очень пока что невнятно. Говорю, сильно не ругайтесь. Как пойдет, так пойдет. Смотрим заставочку. Сидит такой в белых перчаточках. Ни о чем не подозревая. Или вспоминая. Флешбеки. Парень поймал флешбек. Эдвардс! Сэр? Таунсон, пойдем, все веселье пропустишь. Куда-то идут к танку, наверное. Будто сейчас. Нормально так война уже идет. О, голуби. Я смотрел твои документы. И что? Обо мне не волнуйтесь, сэр. Я готов послужить королю и отечеству. Ага. Герой. Сынок, сможешь включать переднюю и заднюю? Мне этого достаточно. Вот эти возьми. Пойдем, встретишься с Большой Бесс. Женщина твоей мечты. Ничего себе там танчик. Тумане. А кто там залез наверху? Я нам нового мехвода нашел. Сквозь грязь и кровь. Надо будет сейчас, как пройдет эта касцена, поставить настройки, посмотреть, как встали. Нифига там просторно в этом. Нет, не ругайся. Первую же минуту шишку набил на голове. Она не любит, когда ругается. Финч. Да, любые женщины не любят, когда кто-то ругается. Чего не делал? Не отвлекайся, Макманус. Слушай, ты не волнуйся, она за тобой присмотрит. Так, парни. Дело важное. Угу. Нам приказано пробиться через немецкие рубежи. Уничтожая артиллерийские позиции. Пацана был взгляд какой-то перепуганный. Yes, sir. Давай, заводи. С полтычка завелась. Оказывается, как будто на формуле один. После этого вы
продвигаемся во французский город Камбре. А, Камбре. Где, как меня заверили, есть вино, женщины и песни. Так что вам понравится. Макманусу вряд ли. Господи, мы в надежных руках или нет, а? Макманус, парни, запомните. Делаем он хотел взять с лаунча, стартовать. Вы берегите друг друга. Не получилось. А большая Бесс убережет вас. Да жалится Господь над нашими душами. Все вместе мы проберемся, да, Эдвардс? Конечно. Конечно, сейчас лаунча стартанет. Как нас у парика прям с лаунча стартанул. Не хотел бы я быть в окопе, чтобы подо мной вот так вот там проезжал. Надо мной, точнее. Я, конечно же, штанишки наложил. Так, быстро сейчас посмотрим графику. Настройки. Дополнительно высоко. Давайте поставим пока ультра, посмотрим. Нормально вроде. Так. Чертов, птица перья меняет. Линяет, Макманус. Птицы линяют. Вот он, сколько наших повыдергал. Полегче. Этот голубь может тебе жизнь спасти. Он наш единственный способ связи. Так, у тебя все нормально, Эдвард? Да. Начинаю уже разбираться. А чем ты дома занимался? Водил. Машину. Машину водил. Стоять! Доехали! Пехота идет по первому свистку, потом идем мы! Боже праведный! Врагов ты пока видел не что-нибудь видно. Подобное? К сожалению, видел. Слушайте! Мы собираемся уничтожить орудие у мельницы! А что, если туда шальнуть? Устройте им, ребята! Штурм начался. Сигнал дали! Вперед на всю! Всего, поехали, поехали, слава тебе, что будем. Так, нам на точку А надо ехать, да? Это что, наши? Наверное, наши. Кто-то борта уже стреляет, да? Заводочка. Видишь, что танк, Эдвардс? Нет. Смотри, чтобы мы так в грязи не застряли. А где он застрял? А, он парень приуныл. Ну да, паренек застрял. Ой! Боже, правый! Я понял, почему в грязи застревать нельзя. Поехали! Так, телега. Будьте охренеть. Ай, там обломками, кажется, наш мы перешиб. Финч, в чем дело? Двигатель в порядке, сэр. Это грязь. Грязь? Грязь, да. Убивай орудие! Я не хочу тут мишени выставить, чё? Двигайся! Кажется, выведи убрал нас на выстрел прямой наводкой! Я вижу. Стреляю. Ушло куда-то. Перезарядка. Ой! Взорвали. Еще живой, что ли? Перезарядка. Вот, все. Идите в оба, парни! Тут еще орудие! Двигатель в норме! Можно ехать! Страшное. А где второе орудие? А, я вижу, кажется. Орудие уничтожено! Уничтожено. Да. Стрелял он там. Минус один пулемет! С пулеметом, по нам, с Максимом. Еще стреляет. Ой, смотри, какой бесстрашный. А, все. Убегает там по окопу паренек. О, снайпер где-то. А где снайпер? Я хочу разобраться с снайпером. Ладно, у нас. Вот он, был. А уже нет снайпера, все. А, нам точку А надо забрать. Сейчас мы вот туда пехоту положим. Конечно, неплохо жить захочет.
будешь. Сражаться не так будешь. Ну просто нечто! Задавлю! Нет, не задавлю. Ой! Это там перестреливается, по-моему. Как саранча отвечают? Так, все захватили, вон бегут еще. Я их принимаю. Ну как принимаю, пытаюсь принять. Вроде плохо. Ой, его убили. Вот парни, еще пошли! Один. Продолжай огонь на подавление! Пусть не расслабляются! Кого вы там стреляете? Там нет. Ага, есть нашего брали, сейчас. Подавляю как есть. Все, что могу, все подавляю. Есть задача выполнена. Мы лучше всех! Отлично, парни! Теперь берем следующую линию окопов. Новая цель. Захватите гребень Китчера. А оттуда жарко, откуда-то стреляем. Ой! Не попал. Перезарядочка. Попал. О, дотс. Сейчас мы бункер строим. Вот так вот. А там еще есть. Подожмите, парни! Наши прорвали, уже Б захватывают, мы бункер взяли. Так, сейчас, поехали! Сейчас. Все вроде нормально! Тут, а вон они справа отлично, идут. Отлично! Наши вообще видят, потому что они справа идут. Все, захватываем Б. Стой тут и зачищай район, чтобы да, у нас было время пройти! Да, я так и хотел же подавлять все. Ай-яй-яй, как больно.
починиться. Немножко я починить хотел. Вот. Пока сильно не стреляешь, тяжелая артиллерия. Можем починиться. Готов, Фриц! А что наши под колеса лезут? Мы смогли пробиться! Отлично, парни! Пора двигаться так, дальше! Минус танк. Пока что. Пушки так и молотят! Ой, арта! Ой, больно мне. Так, не едешь! Финч! Выйди, посмотри, что там! Не вляпайся, Финч! Эдвардс! Иди помоги ему! Да, давайте выйдем посреди поля боя. Закипели! Вроде получается! Эдвардс! Все нормально? Ага! Точно? Да! Да, уже все не нормально. Финч! Минус Финч. Финч уже все. Вытаскивай нас отсюда! Финч сказал пока. Да, добили бедного Финча. Финч мертв! Ну ясен фиг, он не жив. Давайте починим этим гаечным ключом весь танк. Вот здесь его надо подкрутить. Потом его вот здесь надо подкрутить. Все, все, починил. У меня волшебный ключ гаечный, я все сделал. Все, трогаемся дальше, ребята. Новая цель. Уничтожить вражескую артиллерию. Сели на свою голову. Теперь Финч умер. А я-то при чем? Финч сам умер, я же его не убил. Их артиллерия там. Хочу услышать. О, да. Просто бездорожье. Этому танку нет никаких преград. Скорее разберись с орудием! Че, вот эту стеночку не могу переехать? Волки. Уничтожь орудийный расчет! Так, сейчас, сейчас. Вот это вот еще. Осторожно! Противотанковое ружье! Где? 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 Где пути? Ой, я. Так, тут еще слева сверху откуда-то. Да куда он выше улетает? Да, вообще надо прям выше брать. Эй, стой, 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 ты что хочешь? Ай, задавлю. Ай, задавлю. Не убежишь. Не убежишь, все, да. Я сделал свое дело, задавил. Нифига себе. Ой-ой-ой. А что делать в этой ситуации? О, надо срочно уехать, починиться. Такого я даже сам не ожидал, если честно. То, что так будет. Здесь починимся, пока все тихо. Ребята, кто мог положить танк на крышу? Наверное, тон стол положил на крышу перевернуть. Я могу. Обращайтесь. Сейчас мы здесь затишки немного починимся. И поедем дальше. Да. Такого я тоже точно не ожидал. Конечно, получается, уже 95%. Нет, надо 100% и поедем по-любому. Все, вот теперь можно ехать. Давай разворачивайся. Теперь вперед. Так, оттуда уже просаживают. Возьмем пулемет. Смотри, орудие! Где? Кажется, попал. Я хочу прятаться в этом домике. Бэт такое выдержит! Да, конечно, выдержит. Бэт и не такое выдержит. Гюнтеру конец! Высаживаем мы по ним. О, кипак снял. Ну чё там, не зря, блядь. Смену, точнее, оружие. Граната!
дали, да, его зарезали. А, вижу. Я фоном намазал. Сильно-то как? Попробую задавить его сейчас. Попал! Конечно, попал. Давайте мы здесь починимся. Я думал, мы заедем, оно взорвется. Так, нам надо уничтожить арту по заданию. Вот эти, скорее всего, три арты. Сейчас мы их порвем. Все, убедились. Баба! Что еще же? Отлично, парни! А я что, едем! Пропустил, как взорвалась арта. Ладно. О, вот это через эту этажку проедем, через эти дома все. Как думаете? Надо проверить. Пронесло! Идиот! Защищай танк, это обстрела! А, ладно. Хорошо. Короче, нам какая-то прям очень жесткая стена. В следующий домик мы смогли заехать. Сейчас сорты. Бам! Парни. Что, не сработало? Сейчас еще раз. Бам! Да-да-да-да. Вот это взрыв. Продолжаем, парни! Сейчас еще знака. Промазал. Сейчас. Немножко покосим мы людей. И начнем. Второй залп. Ой. Залп. Давай. Взрывайся. Да. Ой, красиво. Ой, малыш, ты чё? Деревня наша! Ты хочешь попытаться, малыш? Я тебя ща перееду. Мусай, свинит! Да, малыш, ты чё-то попутал. Сейчас мы тебя затолкаем. Все, пока! Какой-то странный мелкий танк. Что он хотел сделать нам? Непонятно. Сейчас мы здесь починимся снова до 100 хп и поедем дальше. Тоже нормально. Погнали. Батарея орудия! Где? Вы метку-то давайте, я что, я ж не вижу, где ПТ оружие ваше там. Минус один пулемет! Да? Я не стрелял никого-то. Мне определенно нравится этот танк, ребят. Не знаю, как вам, но мне он очень нравится. Я знаю, что хочу взорвать. Да. Нет, живая еще. А вот так? Все, а вот теперь не живая. Где? Я его и уходим, быстро! Вижу. Опять я машу. На вражескую позицию фермы! Орудие подбито! Едем! Я до сих пор не могу понять прицел этого орудия. Давайте покосим немножко пехоты. Берем немножко пехоты. Там полевое орудие! А где я? Не видим. Теперь вижу. Нету, то пулемет. Пулемет, а давай его накроем. Давай, где он? Задайте им, парни! Прорвем эту позицию! Да, мы сейчас удержим, захватим все здесь. Сейчас мы тут их саранчу попробуем закосить. За стенкой спрятался, и не получилось. А не надо за стенкой прятаться. Ой, кто так грену закинул. Сколько их здесь? Так, откуда-то сверху стреляют, по-моему. Так, вот выше надо. Сейчас мы. Вот так, есть, хорошо. Сейчас, сейчас. Вот так же выскочки, что значит задирать. Куда парней, ты там его грезу кидаешь? Определенно нравится тут танк. Подожмите, парни! Скоро а здесь это сколько их? Ужас. Не убежал. Давайте здесь починимся, бензин. Ты чё? Знаете, кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
мы там целы? Я подумал, что наши за нами не идут, а их кто-то принимают. Так, еще там есть. А не обращайте внимания на маленький стоящий танк, правильно? Нет, обратили внимание на того же. Захватили Д, вот что отхилиться. Так кто ты там кидал? Вот нам нужна тебе эта грена. Откуда это стреляли? Откуда стреляют? Эта грена подорвалась под нами. Я-то думал, что наши не прорвались, а мы Д не захватили. О! Задавлю. Они что, здесь в домике были, что ли? Я не понимаю, вот кемпер, в смысле он, вот что он выходит со снайпой на танк? Куда они появляются? Смотри, какой-то меткий. Все. Береги артиллерия! Сейчас мы их всех срубим! Конечно, срубим. Ай, там наш погиб. Справа. Сколько мы еще выдержим? Мы выдержим очень много. Ой-ой-ой, это что было? Давайте этот бункер взорвем, да. То, что он меня немножко смущал, этот бункер. Слышите это, немцы? Да, вижу немцев. Стреляем по немцам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо продвигаться вперед. Задавлю. Ай, застрелил, не задавил. Хотел застрелить. Так, вот этим. Опа, вижу цель. Бам! Большой танк на подходе! Ясен фиг то, что не маленький. Бам! Бам! Пока он на пехоту там сосредоточен, надо его взорвать. И все. Мне кажется, еще снаряд, и он уже... Нет, еще снаряд, и он... Да, все. И вот этот бункер хочу взорвать, потому что он меня смущает. И немножко подхилюсь. Ой, а кто-то еще по мне стреляет, походу. Едем дальше! Я думаю, то, что это она стреляла. Так, ну мы давайте продолжаем наш путь. Продолжаем. Так. Следи за орудием! Бам! Вот это... Что еще, черт возьми? А куда это? Я же он дарахнул, если честно. Мне аж самому интересно. Что-то... Эдвард, переводи нас! Саданул. Так, саданул. Зачистить пост от немецкой обороны! И попал. Пехота, перебьем! Че, по мосту поедем? Давайте по мосту. Давайте с пулемета поработаем.
там в луже, да? Он видите, он в луже упал. Чуть ли не утонул в луже. Это что-то с чем-то. Куда бежишь? Меня забыл. Там арта? Вот так, парк. Вот опять грязь! Давай газу, вылезай! Ай, промазал, партия. Сейчас, сейчас, стойте там, стойте, ребят. Встречайте. И еще одна арта осталась слева. Ну что-то по грязи прям, он вообще плохо едет. Да ясен ты, кто что они ждали. Так. Давай, давай. Мы получили оглушение. Опа. Минус Эдвардс. Да, это реалии войны. Кто-то лопатой пытался танк вскрыть. Эдвардс! Выпускай голубя! Это приказ, ты понял, сынок? Да-да, конечно. Сэр! Ну, выпускай же. Голубь полетел. О, мы еще за голуби? Новое, доставьте депешу в штаб. Ребят, не знаю, как вам, но мне реально атмосферно. Друзья, как? А, как управлять? Я просто не знаю, не разберусь. А такой музыки, а, как у атмосферы такой. Если честно, у меня аж мурашки по телу. Что-что, но Battlefield это просто цепляет игра. Что цепляет и в онлайном режиме, что и в сюжетке. Так, нет, на себя это вниз. Да, мышка на себя это вниз. А теперь вверх-вверх. Да, давай пониже полетим. Господи, это все разрушено. Да, тут вот эта инверсия управления ужасно тяжело управлять. Что самолетом, что и этим. Вроде доставили. Почтовый голубь! Приказы! Так, приказы! Это что, наша... Отдамся-то. Наша арта работает. Огневая задача! 3, 1, 4, 2! Да, такими снарядами сейчас кому-то больно будет. 120 миллиметровки, кажется, если не ошибаюсь. Сейчас шатара будет. А мы... Началось, парни! Рад был с вами служить. Да что ты сразу отчаиваешься? Да-да-да. А мы выжили. Зря ты боялся. А мы выжили. Вот так вам повезло, Таунсенд. Нам всем повезло. Неужели? Кроме него. У нас тут только приказы наугад. Да слепая удача. Ну и с чего мы начнем, как думаете? Хватит дерзить, Макманус. Макманус какой-то, не знаю, крыса какая-то все время. Слушай, сэр. Подосрать, подорвать. Эдвард, заводи. Ча, мы заведем нашего бойца. Сейчас.
Герой не хочет быть. Живопровод прорвало! Ладно, не надо, ну уже, Бет! Ну перестань, Бет, перестань, ну перестань! Несите изоленту, синюю изоленту. Перестала. Так и будешь стоять! А что делать? Конечно буду, сейчас отдохну и еще раз заведу. Нормально мы ямки посидели. А чё? Впереди туман. Дальше 20 ярдов не видно. Идем на прорыв. Эдвардс, я поведу. Ты выходи и разведай, что дальше. Не геройствуй, парень. Делай и все. Да, конечно. Не будем на тот свет торопиться, а, Эдвардс? Если попадешь в беду, мы будем за тобой. Все хорошо. Ну что ж, ребят, предлагаю на этой ноте, на этом моменте остановиться в этом туманном лесу. Для первой серии, для первого ролика достаточно. Я, конечно, сам продолжу. В зависимости, оцените вы, не оцените. Жду. Слушай, я знаю, слушаю. Мы многого просим, но работа есть работа. Найди нам путь через лес. Хорошо, Таунсенд, а ты можешь меня не перебивать? Я здесь с ребятами вообще прощаюсь. Ну что, ребята, жду в комментариях. Ой, ты что, меня задавить хотел? Ты же за рулем сидел. Да, господи, он мне не дает с вами... Он не дает мне с вами попрощаться. Ребята, короче, еще раз. Жду в комментариях ваши советы... Что исправить, что не исправить. Можете ругаться, можете не ругаться, можете хвалить. Эдвардс, не теряй куража! Пошел! Да я не потерял кураж. Все, ребята, всем спасибо.